Добрый день, друзья! Сегодня хочу снять вам интересное видео, посвященное так называемой в Америке Senior Night. Это время для выпускников, которые в этом учебном году заканчивают школу. Те, которые ходят на какие-то спортивные кружки в школе, и им устраивают вот такие вот мероприятия. Что это такое? То есть это когда дети заканчивают в этом году школу, они ходят на, например, ну, в нашем случае на волейбол или там на лакросс, еще на другие виды спорта. И это их как бы такая, ну, заключительная ночь, что ли, такая, знаете, прощальная ночь. И дети из, там, подростки из его команды делают ему сюрприз. То есть они начинают декорировать его передний двор или дом как-то, ну, придумывают, делают ему сюрпризы. И в этот день обычно проводят еще не как бы заключительные такие игры, как бы прощаются с школой, прощаются с командой. После этого, конечно, тоже будут игры, но все равно такой немножко грустный выпускной для спортсмена. Как это пройдет, я вам сейчас сниму, покажу. Я думаю, вам будет это очень интересно. Сейчас мы заедем в Party City, купим красивые декорации. Там уже у нас будет тоже встречать еще одна другая девочка. Они работают, будут в команде. Родители тоже предупреждают, что к вам приедут студенты, ну, из команды, потому что мы уже много лет уже в одной команде, поэтому друг друга все знаем. Вот, и будем украшать. Покажу вам, как это будет выглядеть. Вот мы приехали в магазин Party City. Сейчас я вам покажу, что здесь интересного продается. Смотрите. Америка готовится вовсю к Хэллоуину. Вот здесь, смотрите, какие красивые декорации. Вот так. Давайте поснимаю вам еще немножко, покажу, что здесь есть. Вот могильные плиты, они из пенопласта. За $15 можете купить 2 штуки. Разные лампочки, тоже гирлянды красивые. Вот. Здесь тоже всякие стикеры кровавые, скатерти, в общем, все-все-все для Хэллоуина. Сейчас это самая актуальная тема. Есть и отделы с днем рождения, и другие тематики. Но сейчас самое актуальное – это Хэллоуин. Вот видите, тоже привиденицы такие вот. Вот так вот можно задекорировать камин, ну, внутрь дома, не только снаружи. А вот такие вот подставки для напитков, наверное, в форме черепов. Когда устраиваете вечеринки, наполняется пуншем или, ну, что вы там пьете. И вот как используется, как декорация тоже. Здесь тоже, видите, всякие паучки, формы для льда, тоже такие вот интересненькие. Сейчас еще что-нибудь покажу вам интересно. Цепи тоже, да, вот такая вот есть тема. Мы тоже уже много чего набрали, нагребли. И к Хэллоуину Полина здесь нашла себе, и для Senior Night тоже вот костюмы супергероев для малышей. Тоже, пожалуйста, смотрите, красота. И тепло, и красиво. В общем, наверное, сейчас на этом закончу, потому что надо сейчас бежать, надувать шарики. Видите, я набрала здесь шариков. И едем домой к Тори. Закупили шаров. У Полины, вот у меня тоже, видите, едем наряжать. Ну что, мы приехали к дому Тори. Сейчас я вам быстренько покажу улицу, где она живет. И вот девочки декорируют ее вход
Цифра 10 – это номер, под которым играет Тори в волейбол. Вот мы купили такие шарики. Сейчас девочки еще дополнят все лентами красивыми. И я думаю, будет красиво. Вот такая улица. У нас сегодня очень теплая погода, так хорошо. Смотрите, как красиво. Ну что, друзья, у нас вечер. Сейчас мы собираемся идти по линии в школу. Сегодня senior night. Сегодня играют наши старички. Правило сегодня у нас дресс-код прийти во всем белом. У меня вот такая вот толстовочка. Название Полининой старшей школы. Highlander Volleyball. Это не моя толстовка, это Полинина толстовка. Но так как надо быть во всем белом, у меня есть белые толстовки, но они какие-то вот, ну, не в тему. А это прямо вот поддерживает нашу команду, нашу школу. Благо мы с ней плюс-минус одного размера, пока я еще влезаю в ее одежду. Она худеет, я толстею, но надо держать баланс, чтобы как можно дольше влезать в одежду ребенка. Джинсы мои. Я еще одену белые кроссовочки. И, в принципе, можно выдвигать. У нас на улице дикий дождь идет, поэтому, конечно, в футболке сильно там не посидишь. Вот. Если будет возможность, я обязательно сниму вам внутри школы, покажу, передам, попробую вам там в нескольких кадрах атмосферу сегодняшнего вечера. Вот, наверное, игру снимать не буду, потому что вряд ли среди моих подписчиков есть большие поклонники волейбола. Я сама не очень-то, ну, только когда играет мой ребенок. А так, я не спортивный фанат. Но внутри школы, если мне предоставится возможность, не обещаю, но сниму. Попробую вам показать. Все, увидимся в старшей школе. Thank you.
Игра закончилась, поэтому хочу вам показать фотографию. Вот так у нас делают в школе выпускников, которые в этом году девочки будут выпускаться. Вот Кэти, Полинина подруга Тори, Маккензи и Белла. Здесь вывешены флаги, в каких годах и в каких видах спорта побеждала наша школа. Как видите, мы чемпионы во многих видах спорта. В общем, произошло все очень торжественно. Не знаю, наверное, я больше снимала для себя, чем для вас. Может быть, вам тоже понравится. И вы тоже оцените, оставите свои комментарии под этим видео.